Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Strike Force, естественно, от Marvel. Так, ну что, друзья мои, забираем награды. 25 этого, 5 непонятно кого. И вот так вот рейд закончился. Так, я получаю всего лишь 550. Всего лишь 550. Да. Так, ну это я обычно вот так вот пролистываю моментально. Награды 550, 400. По мизеру, короче, сообщество. Что-то мне в YouTube здесь. Кликну потом, ребята, за кадром уже. Не хочу сейчас кликать. Посмотрим. Так, Стрэндж и... Понятно, АИМ. АИМ. Так, здесь у нас что? И все? Блин, ну сейчас, ребята, откроем, посмотрим. Ничего хорошего не выпало. Не выпало ничего хорошего, друзья мои. Так, испытания. Я автоматически, ребят, на автобой их прохожу. Все уже это знают прекрасно, потому что нечего тут рассусоливать. Надо просто быстро действовать, и все. Так, ну, тут понятно, тут нам не судьба. В бой, так, этапы. Гляну, что нам здесь дают. Тоже ничего хорошего. Так, здесь. Блин, в атаку не хочу, ребят, идти в атаку, если честно. Давай посмотрим. Нет, это я менять не собираюсь. Ну что, открываем нового персонажа, которого, ребята, я открыл буквально на днях. И это у нас паучиха-ткачиха. Вербуем. Стоит она всего лишь 1000 на вербовку. Значит, не очень-то и мощный персонаж. У нее есть небесный удар. Так, 10% к проникающему урону по основной цели. То есть, я понимаю, так блок не работает. И... Наносит основной цели 110 урона. Также атакует до 3 ближайших врагов. Ну, это как обычные ближники делают такую фигню у нас. Паучиха-ткачиха. Так, достижение. Все, Халка мне этого дают. Все дают мне этого Халка. Ежедневки тут выполнили мы с тобой. Успели 3 выполнить. Так, давай попробуем, наверное. Так, за команду героев. Обычно тоже, ребята, здесь на автобое все делаю. Автопобеда. Ну, давай. И не дали мне ее, молодцы, красавчики. Что я могу еще по этому поводу сказать? Так, и за союз злодеев. Тоже, ребят, переходим сюда. Автопобеда. Нет, соточка это будет дофига. Вот, 3 победы. Забираем здесь награду. Так, в налет купить припасы 3 раза. Ну, давай посмотрим, что мы здесь можем. Вижу, вот здесь маловато у нас. Этих тоже мало. Так, 18, ну, наверное, приобрету. Здесь достаточно. Это мне не надо. Так, возьмем здесь. Возьмем здесь. Этих вообще мало у нас. Этих вообще нету. Угу. Так, смотрим, ребят, 338, ну, соответственно, я за 338 вообще ничего не смогу приобрести. Этих 850. Ну, мне, конечно, бы хотелось бы Стрэнджа добрать, но, видимо... Не знаю, ребят, видимо, придется брать Красного Стража. Я его почему-то вот ни в одной битве, ребята, не видел. Вот сколько воевал на аренах, там еще где-то, его нету. Почему его туда не берут, я не знаю. Может, он не настолько хорош? Без понятия, если честно. Так, заберем награду. Еще одно достижение получил. Хорошо, идем, друзья мои. Так, события. Тут у нас боевой пропуск. В событиях, ну, ребят, я здесь... Пошуршал маленечко. Такое себе событие, ребята. В награду тоже как-то... Не знаю, что и сказать даже. Осколки Красного Халка. Ну ты задолбаешься, ребят. На самом деле их копить. Вот серьезно тебе говорю. Просто задолбаешься. Я уже сколько пытался.
первый уровень сложности, потом второй уровень. Можно, конечно, на первом уровне сложности бомбить, но до посинения тебе придется там фигачить. Кстати, у нас, по-моему, сейчас персонаж... Осколки на персонаже появятся, насколько я понимаю. Мы накопили уже, да? Так, давай глянем. Так, ну здесь понятно. Вот это. Здесь у нас все, материалы, материалы, материалы. Так, и... Должны быть осколки на персонаже, насколько я помню. Да. Смотрим, какие осколки нам достанутся. Угу. Хеймдаль. Кстати, немножко осталось, ребята, и мы сможем ему поднять ранг, как ты видел, да? Так, а у нас еще что-то здесь есть? А что я пропустил? А, еще 15 осколков. Кто это такой-то? Икарис. Я такого и знать-то не знаю, ребят. Это Капитан Америка. ВМВ. Не знаю, что за ВМВ. Так, вроде бы все. Так, давай еще по ежедневкам пробежимся. Участвовать. А, ну да, тут же еще у нас. Прошел, ребята, полностью вот это все. Первую и вторую, как бы. Возьмем на наивысшую награду тогда, 120. Окей. Так, забираем награды. Выиграть в налетах. Богиня Пантера. Что-то новенькое. Богиня Пантера. Ну, как я понял, событие поменялось, поэтому, ребят. Ну, тут, конечно, тут можно, наверное, вот в данном моменте, скорее всего, можно поставить на автобой. Я думаю, что по автобою, в принципе, друзья мои, они разрулят. Должны. Должно у них все получиться. Сам прекрасно все видишь. О, тихо-тихо-тихо, подожди. Вот этого надо хламончика валить. Локи, иначе он сейчас тут своих двойников начнет вешать. Не хотелось бы, поэтому автобой сам не допетрит. Соответственно, что его нужно уничтожить. Поэтому придется самому. А, он в инвиз ушел. Ё-моё, я думаю, что мы его не видим, он же все невидимкой стал. Тогда давай Тору. Один молот только. Мильёр этот, миллионер остался. Ну да, тут, ребят, на автобой бы они бы все равно, мне кажется, разрулили. Даже если бы я не ввязывался в этот поединок. То есть шансов на выживание там, естественно, минималка. Так, давай дальше в бой. Естественно, ребята, сейчас поставлю опять же на автобой. И обычно прохожу 5-6 каток свободно на автобой. А потом уже, ну а потом уже там жопа раздиралова идет, настоящая. Наказывает просто жестко. Просто жесткач там идет какой-то. Нанотехнологии Кри. Ну, видишь, как паучок тут у нас раздухарился. Всех причем, ребят, всех тронул своими паучьими лапами. Это только троих. Молодец, Кейджу досталось. Так, я думаю, сейчас медик у них... А, он уже обдупился, ребят. Ну, естественно, от кровопотери. Тана сделал себе лечение. Плюс удар. Прекрасно. А этот усиливает команду. Соответственно, берет еще и... А, нет, он почему-то не взял провокацию. Ну, судя по всему, что Дэдпул, ребят, улетел. Улетел. Он обещал вернуться, как тот самый Карлсон. Спайдермен опять начинает одну единицу энергии. На, поддых. Дэдпул, завалишь? Да, конечно, завалит, ребят. Это мощная атака. На! На 58 тысяч ударил. На самом деле, если брать глобальные такие битвы, ребята, то 58 тысяч урона — это смех. Для продвинутой игры это, ребят, смех. Ну, я не продвинутый, поэтому для меня это существенно, скажем так. Защита от смерти, все, ребята, он упал. Он упал, мы его пробили. Так,
Ну, по 17 всего лишь получаем. Маловато, конечно, ребят, вот этих вот же билетов, что нам дают. А, вот награда. А кто это такой-то вообще у нас? А, Черная Пантера первый. Интересно, он выглядит, конечно. Получить. Давай сразу три откроем. Три сферы. Ну что это? Ну, детский сад, ну ей-богу. Так, и откроем тогда еще и за сферу. Так, у нас еще есть бой на арене. Ну вот бой на арене, ребята, можно, конечно, пыхтеть. Я, соответственно, беру кто послабже. Но можно, наверное, вот здесь вот повеселиться. А давай попробуем. Давай попробуем. Думаю, все должно у нас получиться. Блин, какой горячий чай у меня. Налил, еще до сих пор не остыл. Ладно, давай глядеть. Естественно, Звездного Лорда желательно, ребята, уничтожить первым. Почему именно он? Ну, он бафер. Он бафает всю команду, усиляет, бафает и тому подобное. Поэтому, само собой, мне надо его в первую очередь. Грута здесь нету. Поэтому с хилом у них должны быть проблемы. Провокатор у них здесь только лишь кроссбоунс, я смотрю. Так, возьмем провокацию тоже. Поехали. Да, этот берет провокацию на себя, естественно, ребята. А мы сделаем вот так вот. Звездный лорд должен, по идее, погибнуть. Потому что на нем кровотечение висит. Давай кроссбоунсу звезданем. Естественно, у него контратака срабатывает. Звездный лорд, я смотрю, ребят, все уже отдуплился. Вижен, да, конечно, тут кровотечение повесил, да? На. Я не могу понять, вот этот кто у нас? Что-то никак не врублюсь. Кто она такая? Три кровотечения на кросс... Нифига там на нас все... О! Печалька. Ну и что вы замерли, блин? Давайте ли мы так влупим? А, это Черная Вдова. Думаю, блин, да кто же такая-то? Опять вскрытность. Ну что, кросса добиваем. Хотя можно было бы его не трогать, в принципе, ребят. Нет, надо было, потому что у него была защита от смерти. Он там отдуплится от кровопотери. Дэдпул. Ну, Дэдпул добивает тогда этого. Вижен. И остается у нас Черная Вдова. Так как она одна, естественно, мы ее, ребята, видим. Все, и крышка. Прекрасно. Без потерь, друзья, мы сыграли. Ну, еще раз повторяю, врага выбрал послабже. Специально, чтобы, да, чтобы хотя бы пройти. Нам нужна еще будет одна битва. Сделана. Так. Тратим на энергию компании. Участвовать в рейдах, сразиться в рейдах. А в плане вступить, я же уже был там.
Странно как-то. Ладно, хорошо, давай посмотрим. No body. Так, кому присоединиться-то здесь можно? Здесь можно присоединиться, начать. Ну, примерно такой команд. Ну, я что-то не уверен, что мы здесь, конечно, сможем сейчас разрулить ситуацию. А, 11 противников, блин. А, так они ватные такие. Блин, провокаторы несчастные, а. Они меня бесят. Эти вот два щита. Ох, Капитан Америка еще тут, блин, железный кулак. И пофиг ему, чтобы не стреляли по барабану. Ну, слушай, три кровотечения повеселее. Давай-ка вот так сделаем. Так, надо, наверное, немножко побыстрее сделать. Что-то вообще как-то... А почему на нее не повисло кровотечение, я не понял. Все, тот отдуплился, ребят. Кривлялся, кривлялся и все-таки сдох. Так, железный кулак, надо тебя сдуть. По-моему, здесь надо, ребята, автобой ставить, потому что я смотрю, враг тут не особо сложный. Минус капиташа. Остается Джакс. Лучами мы его пробили. Ну и, соответственно, там продвигаемся по чуть-чуть вперед. На одно деление, да? Ну да, враги слабые, ребята. 16 тысяч силы против моих там 40-50. Это, конечно, вообще ни о чем. Так, еще один рейд. Участвовать в рейдах. 8 этих нужно пройти, чтобы здесь забрать. Кто-то сиф открыл. Из нашей команды. Трать энергию. Да, хотелось бы. Ладно, давай еще тогда на авиа зайдем. А, тут еще, ребят, 8 минут будет длиться. Ну, тогда еще один поединок. Ну, ребята, это так. На автобое пробежимся. Главное, что паучиху-ткачиху мы сегодня открыли. Вот на самом деле, ребята, прокачивать всех персонажей, вот как я могу понимать, это нереально здесь. Потому что я до сих пор, ребята, ни одного персонажа до фулки так и не прокачал. У меня есть максимальный уровень. Ну, максимальный уровень. Они не могут прокачаться выше моего. То есть, по-моему, здесь максимальный 80-й. А у меня 77-й. Вот персонажи прокачиваются до 77-го уровня. Все. Дальше я не могу, пока сам себе не подниму уровень. С осколками. Ну, как тебе сказать? С осколками нет проблем. В том случае, если у тебя есть офигенно прокачанная команда. Это как в черепашках ниндзя, то же самое, ребят. Если у тебя есть прокачанная команда, то ты можешь топово разруливать тут любые команды. И в принципе тебе будет все по барабану. Если же у тебя этого нету, то ты будешь, ребят, отгребать по полной программе. Ничего ты с этим, блин, не сделаешь. Началось. Призыв, помощь, блин. Так, по-моему, пора тут самому браться за дело. Фиган там напризывал щитовика. Еще кого-то. К
команда федералов, да? Уничтожь ты этого... Нифига. Сейчас опять подмогу призовет. 100% тебе его. Фига, они его там пробафали. На хил, на все, что можно, ребят. Хил, уклонение, скорость, блин. Я говорю, это хорошо, что у них здесь не очень много мощей. Только за счет этого разбираю. Если бы они были бы как у меня, 50-60 тысяч мощей, все, ребят, ну даже... Даже можно было бы не заикаться о какой-то там победе. Просто разнесли бы в хламину. Так, ну что, я два поединка сыграл. Два поединка сыграл, забираю. Отлично. Награды какие-то, конечно, пустяковые. Припасы опять, да? Давай. Снаряжение. 770. Да. Ценники, конечно, тут, ребят, заоблачные. Просто заоблачные. Копишь. И хоть бы чего-нибудь, ребят, тут. Вот эти вот тоже такая проблема их найти. Сколько их нужно вообще нам? Дофига. Еще раз сколько? 12. Один. Дали только лишь один. Тут 5. Вообще ни одного. Молодцы. Офигенно. Так, ладно, мы можем здесь. Ну-ка давай. Так, дает 10% к максимальному здоровью и дает боеготовность. Еще немножко, ребята, будет прокачана полностью Иза. И это будет очень-очень хорошо. Так, здесь заберем две награды. 750. Так, и где-то еще одна притулилась. Или все. Она где-то есть, ребят, но я ее уже забрать не смогу. Потому что которые можно было бы забрать, они бы отмечались. А здесь нифига подобного. Ни в рейтинге, нигде нету. Получить, вот они, ребята, стоят. Но забрать я их не могу. Почему-то. Налет. Магазин, сфера. Завершено. Книга Вишанти. Я все по возможности, ребята, смотрю, можно ли кого-нибудь завершить досрочно на прокачку. И, как я вижу, ни шиша, да? Вообще никого нельзя. Просто никого. Нету здесь завершить обучение. Во, есть. И... Так-то. Вот она, кстати, это Сив, которая у нас в Снэп Марвел скидывает карты. Так, ага, новый ранг. Так, он новый ранг, ребят, получил.
Кое-очки еще. Опа. С 20 уровня сразу на 48. Просто. Просто залетел мужичок. Сильвия. Электра. Эмма Фрост. Но Эмма Фрост тоже, конечно, можно было, мне кажется, ребята, прокачать. Ну-ка, Джарвис, подскажи мне. 58% выбирают целитель. Ну и я тогда возьму. В начале хода накладывает малую регенерацию на союзников с наибольшим потерем здоровья. Вот так вот. Коротко и ясно. Но у него силы 198, ребят. Само собой, ее... Ну, куда ты ее возьмешь? А вот эту вот, ребята, вообще, ты посмотри, у нее какие эти лапы. Офигеть, да? То он такая-то. Злодей, мир, технобуяна, оружие X. Такая. С такими когтями. Офигеть можно было. Антивеном какой-то. Персонажи-то вот. У них тут 40-50 есть где-то тут. Вот-вот должны открыться. Ну фиг ты их откроешь, ребята. Призрачный гонщик, Хеллбастер, черная кошка. И прокачивать ты замучишься их прокачивать просто-напросто. Всех. Просто Unreal какой-то. Самый настоящий, ребят. Пропа. Попробовал здесь поиграть. Смотри. Хотя вот здесь, ребят, можно, кстати, попробовать пройти, наверное. А, нет, нет. Смотри, дело в том, что если бы я играл бы своей командой, а мне дают вот этих лопухов, блин, с такими лопухами вообще, ребята, смех, просто смех. Там они разносят тебя в пух и прах. Я даже туда, я один раз сунулся, я думал, о, 30 тысяч мощей, сейчас мы их разнесем. Разнес. Так отгреб, чтоб мама не горюй. Так, сфера. Ну, тут материалы только лишь. И здесь. Здесь у нас опять осколки, что ли? Да, опять осколки. Желтый шершень. Даррен Кросс был учеником Хэнка Пима, у которого он позже украл компанию и технологии. Даррен создал костюм желтого шерстня, чтобы раздавить врагов. Вот так вот. Фига себе, 21 сферу могу открыть. Ну давай. Так, и здесь еще 9. Все, да, получается. Ну, это скрытый этап. Так, ну что, если арена открыта, на арене сыграем разочек, ребят. И хорош, наверное, на сегодня. Уже, как говорится, отдыхать надо. Так, обновить. Ну, можно. По-моему, такая же компания, с которой мы до этого встречались. Один в один. Я думаю, что, в принципе, реально разбомбить. Ой. Давай на автобой поставлю, посмотрим. Кроссбонс-то почти, ребят, все уже отдуплился. Посмотрите, какое у него здоровье осталось.
Эм, тут самому придется, что-то они как-то... Блин, этот ракетчик еще тут. Так, а, там провокация стоит, да? У него еще и защита от смерти. Так, минус. Теперь этот берет провокацию. Теперь этот, ребята, взял провокацию. Кроссбонс отдупляется у нас. Мы его восстанавливаем. Две защиты от смерти ему повесили еще при этом всем. Смотри, а. И чё? И хоть бы что, да? Опять кроссбонс, ребята, отдупился. Медика надо отсюда... Да как ты медик, если этот охламон стоит и ничего не даст нам сделать? Щитовик вшивый. Ракетница, ракетчик, блин. Несчастный. Вообще, он вообще непробиваемый. Смотри, зато нас тут колбасят за милую душу, ребят. Дэдпул готов, блин, нормально? Чертов утырок, а? Все, по-моему, ребят, доигрались. Какого-то дебильного щитовика пробить не могут. Я офигею, ребята. Ну это пипец просто, блин. Да тут уже бесполезно. Теперь, видишь, этот на себя взял роль щита. Ты посмотри, у него не было здоровья. Он взял уже, полностью восстановил его. Зашибись, ребят. Нормально делается? Полностью восстановил ему здоровье, блин. Да. Даже сходить не дают, блин, понимаешь? Да, короче, тут понятно все, ребят. Вдвоем упали идиотки эти две. Ну как вот можно было проиграть? Они по мощам, ребята, очень слабые были. Очень были слабые. И умудриться проиграть. Да потому что щитовика даже не пробило, блин. Прикинь? Просто его можно никак было не пробить, ребят. Так, ну что, друзья. Все, на сегодня все. Закругляюсь, наверное, да? Так, сейчас награды здесь беру. Вот так вот. Да, и пошел я, короче, на боковую. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.